Волокжане приняли участие в праздновании Дня Победы в Страсбурге. Сегодня там, как и во многих европейских городах, прошла акция «Бессмертный полк». В этом году она стала международной. Более 200 французов и немцев, а также наших соотечественников, прошли в одном строю по площади, названной в честь нашего города, и по набережной Страсбурга. Участие в творческой программе приняли и вологодские артисты. Коллектив из областной столицы исполнил несколько песен во время праздничного концерта в парке «Цитадель». Кроме того, активисты организовали стену народной памяти, где разместили фотографии участников войны. Их прислали со всех концов Европы люди, которые не имели возможности присоединиться к шествию. Перед открытием стенда почтили память погибших минутой молчания, после которой состоялась церемония возложения цветов. Это действительно очень важно. Важно помнить. Мы сегодня и наши чувства, наша память вместе с Россией, вместе со всем человечеством. Добавим, с 2009 года Вологда и Страсбург – города-побратимы. Города сотрудничают в самых разных сферах – экономике, туризме, культуре. В областной столице в честь французского города назван Страсбургский сквер, а в Страсбурге есть площадь имени Вологды. Алена Закатаева, Вологда, Портал.